Я не использую такие четки. Какие же я использую? Я использую четки, сделанные из янтаря. Так как я считаю янтарь камнем, который делает человека милосердным и добрым. И такое качество, которое я в себе развил, это качество милосердия и доброты, пусть это покажется, наверное, странным, но в свое время такого качества как раз мне и не доставало. Я очень долго пытался найти качества, которые мне необходимо у себя развивать, и в свое время понял, что милосердия и доброты мне не хватает. Поэтому на протяжении жизни я стараюсь всеми путями увеличивать в себе качество доброты и милосердия к окружающим людям и по отношению к себе. Следующие четки, они называются четки из агата. Считается, что если человек просто перебирает такие четки в своей руке и думает о человеке, который должен ему денег, или думает о каком-либо человеке, то у этого человека появляется после этого угрызение совести. Его начинает мучить то, что он вам сделал плохо. В случае, если кто-то с вами ругался, и вы хотите, чтобы этот человек страдал от того, что он сделал вам больно и нехорошо, вы можете просто думать о человеке и перебирать эти четки. Также в случае, если вам должны денег или должны вам что-либо в жизни, вы можете использовать данные четки, перебирая их, думая об этой проблеме, так как данные четки, которые сделаны из оникса, они убирают проблему у человека навсегда, только за счет того, что вы будете ими пользоваться.